Ведущие неонатологи Москвы на протяжении 3 дней проводят обучение для медсестер и врачей Павлодарского областного перинатального центра. Какому направлению посвящена обучающая программа, смотрите в следующем материале. Обучение проходит на базе Павлодарского областного перинатального центра. 3-дневный цикл обучения направлен на снижение младенческой смертности, который является одним из важнейших индикаторов в области здравоохранения. Ранее российские неонатологи уже обучали медработников в других регионах своей страны и говорят о достижении серьезных результатов. Это в первую очередь снижение младенческой смертности вдвое. Мы обучаем интенсивной терапии, реанимации, мы обучаем уходу за новорожденными детьми. И очень важно, чтобы в первые буквально несколько минут жизни была правильно оказана помощь. И последующая помощь тоже, в общем-то, немаловажна. Поэтому, чтобы наши пациенты, наши дети были здоровы, чтобы они не умирали. Вот. Мы здесь для этого. Образовательная программа специалистов рассчитана для медсестер и врачей и посвящена интенсивной терапии новорожденных детей, дыхательной поддержке, управлению гемодинамикой, лечению шока и правильному уходу за новорожденными детьми. Мастер-класс у нас проходит очень интересно. Мы очень долго ждали его. Есть вопросы, которые нас волновали, в особенности за уход за детьми с экстремально низкой массой тела. Особенностью этого мастер-класса является то, что еще проходит параллельно обучение неонатальных медсестер. Всего данное повышение квалификации пройдут 15 неонатологов и медсестер отделения реанимации и интенсивной терапии перинатального центра. В настоящее время еще 12 павлодарских врачей проходят обучение по профилю хирургии и кардиологии в Санкт-Петербурге и Беларуси. На эти цели из областного бюджета выделено 25 миллионов тенге. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, ЕРТС Акпарат.